нашей подруги. А еще сегодня день рождения у Степана. Ребята, нам сегодня предстоит купить 2 подарка и сходить на 2 дня рождения. Ура! Прежде чем пойти на день рождения, надо, конечно же, почистить зубы. Теперь надо помыть голову. А потом сразу же на день рождения. Что говоришь? Главное, она мне сказала, то, что она мечтала вот таких вот. Ну, она крокодила вроде как хотела. Вон акула. Акула тоже прикольная, помнишь? Всякие блескарики. Какой тебе больше всех нравится? Блины нравятся. Что ищем? Да. Это пес. Видишь, вот пушистый. Смотри, шарик. Пуф какой-то. Скажу, это пауки реагируют на голос, они ползут, когда ты орешь. Okay. Давайте, можно я выберу? Вот это зеленого, потому что. Потому что они мальчики. А вот эти жабы какие-то или кто это? А жабы они это такие для девочек. Так и что делает этот паук? Он, ну, когда ты говоришь, да, орешь, он ходит, короче. Гуляно. Нам нужно что-то из Майнкрафта или из Brawl Stars. Эти Brawl Stars и Майнкрафт – это две моих любимых игры. О, смотри, какая желтая машина. Давай ее Степану подарим. Привет. Ну что, кого решил? Мы вот этого берем. Вот свинка, у него ноги двигаются, и зомби сидит на ней. Ну что, все? Тут еще был вот такой оцелот. И грипп. Ты на кассу, и у нас боулинг нас ждет. Классно, классно, пошли. Днем рождения. У тебя какие-то подарки. Так, вот это дама? Да. Что ты хотела? Ой, души! Я тут да, гладит об кожу, и ты блестящий становишься. Ларя, довольна подарками? Василиса, будешь шарики катать? Такая.
Ну, я же ей подарила этого кота, а мне собаку. Сначала она была под ней подела, да, вот так. Потом она у меня упала в конфеты, а конфеты же дают второй раз, как можно конфеты. Я выиграла! Она очень хотела. Моя. А? Моя. Второй день рождения за один день. Когда же эти кончатся праздники-то? Да. Выходи. Здравствуйте. У вас тут детей можно расстреливать. Да. Отлично, дайте два. Thank you.